На прошедшей неделе делегация Ульяновской области во главе с губернатором Сергеем Морозовым плодотворно отработала на ряде инвестиционных площадок в Москве. Особо стоит отметить результаты участия в 5-м международном форуме по энергоэффективности и российско-немецкой конференции «Локализация производства. Развитие промышленного потенциала и профобразования в России». На энергетическом форуме было представлено множество проектов, но реализуется из них пока только один – строительство ветропарка в Ульяновской области. Компания «Фортум» совместно с компанией «Роснано» подписали соглашение о дальнейшем развитии этого направления, и это очень знаковый был, в общем-то, посыл для всех участников форума в направлении того, что Российская Федерация уже четко сформировала свои приоритеты, она будет способствовать развитию проектов в сфере выработки, и не только выработки, но и сохранения электроэнергии, выработанной посредством возобновляемых источников. И Ульяновская область здесь, в общем-то, является, там, скажем, базовым регионом. Здесь же было подписано соглашение с французской компанией «Легран». Он предполагает создание большого завода на территории промзоны Заволжья. Объем инвестиций более 1 000 000 000 рублей и будет работать более 300 человек. Отметим, что завод станет 3-м предприятием компании на территории региона после контактора и завода «Легран» в промзоне Заволжья. В ходе же конференции по локализации было подписано инвестиционное соглашение с немецкой компанией Special Tool Technology о создании в Ульяновской области современного предприятия. Проект себя представляет создание предприятия по металлообработке, то есть это высокотехнологичное оборудование, металлообрабатывающие станки токарно-фрезерные, высокоточные, которые будут изготавливать детали для автомобильной промышленности, авиационной промышленности. И в частности, сейчас уже есть понимание, что это предприятие может также изготавливать оборудование, комплектующие для ветрогенераторов. Вот по проекту локализации в Ульяновской области производства ветрогенераторов. Добавим, что готовый производственный комплекс предоставляет Ульяновский наноцентр, а инвестор вкладывает 10 миллионов евро в необходимое оборудование. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.